В этот день, 6 сентября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба покинула Старый Свет и отправилась на Запад. Путешественники искали новый путь в Индию, а открыли Америку. 6 сентября родился Александр Нелюбин, врач, отец русской фармакологии. Он один из первых, кто призвал дезинфицировать руки акушеров, что привело к резкому уменьшению гибели матерей и новорожденных в повивальном деле. 6 сентября 1797 года родился святой Иннокентий, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, креститель Аляски. В 19 веке Россия начала активное освоение Северной Америки, с Аляски и прилегающих островов. Колонисты же взялись выстраивать отношения с аборигенами, племенами алеутов и колышей. Поэтому особенно важно стало донести до них основы православия. Для этого за океан и отправили молодого миссионера Ивана Вениаминова с семьей. Тот прибыл в Русскую Америку в 1829 году и прожил там 15 лет. За это время он крестил тысячи людей в православную веру, он строил церкви, основал духовные школы. Иван Евсеевич даже прививал людей от оспы. Это позволило остановить эпидемии в колонии, заодно заставило по-новому взглянуть аборигенов на новых людей, что приплыли к ним из-за моря. Креститель сблизился с паствой. Он выучил алеутский язык и составил для него алфавит. Иван Евсеевич ездил в Петербург с предложением создать Камчатскую епархию, в которую вошли бы и американские земли. После смерти супруги американского просветителя постригли в монашество под именем Иннокентия. И очень быстро он стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским в епархии, которую сам предложил создать и которой посвятил всю жизнь, все силы. 6 сентября 1859 года российские войска взяли аул Гунип и пленили имама Шамиля. Эта победа фактически закончила полувековую Кавказскую войну. В 1850-х годах Кавказская война шла к завершению. Император Александр II назначил командующим войсками князя Александра Борятинского, который планомерно склонял горцев к миру, где-то показывая силу, где-то убеждая подарками и тонкой дипломатией. Да и на самом Кавказе устали от постоянной войны, главным двигателем которой стал имам Шамиль. В 1859 году Борятинский устроил спецоперацию с одной целью – захватить лидера горцев. В Чечне сначала взяли ставку Шамиля, но тот бежал в один из горных аулов Дагестана, село Гунип, на вершине высокой скалы с отвесными склонами. Борятинский окружил эту природную крепость войсками и предложил Шамилю сдаться. Тот отказался. Начался штурм. Благодаря отвлекающим маневрам отряду солдат удалось забраться на вершину скалы. Однако битва оказалась жаркой, кровопролитной. Одна из самых известных картин штурма написана очевидцем немцем Горшельтом. Тот в поисках впечатлений повсюду следовал за штабом князя. Тот же Горшельд стал свидетелем и пленения Шамиля. Вероятнее всего, под давлением семьи имам выехал из аула и сдался в руки князя-победителя. После этого горца отправили в Россию, где его принял лично император. Александр II проявил царственное великодушие, обнял имама. «Я очень рад, что ты наконец в России. Жалею, что это случилось не ранее. Ты раскаиваться не будешь, я тебя устрою, и мы будем друзьями». 6 сентября 1826 года в Санкт-Петербурге открыли знаменитый Египетский мост. Богато декорированный, в его отделке даже использовали сусальное золото. 6 сентября 1873 года Хивинское ханство признало зависимость от Российской империи. Это была большая победа в деле присоединения Средней Азии. 6 сентября 1928 года родился Евгений Светланов, замечательный советский дирижер. У Евгения Светланова на роду было написано связать жизнь с искусством. Родился он в семье солистов Большого театра, мальчик выучился в училище имени Гнесиных, а потом попал в класс к Михаилу Гнесину, брату основательниц училища. Светланов блестяще окончил и консерваторию имени Петра Чайковского и решил стать дирижером. Начинал он как ассистент в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио, но быстро вырос до дирижера Большого театра. В 1966 году Евгений Федорович стал главным дирижером Большого, в котором когда-то выступали его мама и папа. Талант Светланова признавали и в России, и за рубежом. Он дирижировал в Европе и США. Его приглашали возглавлять иностранные оркестры. При всем при этом Евгений Федорович и сам успевал сочинять музыку. 6 сентября 1991 года Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Вот таким был день 6 сентября.